приехали мы в Алтуфьево. Злачные июльские выходные, когда отменено очень много электричек в Савеловском направлении из-за ремонтных работ. Это автобус из Дмитрова, 401 маршрут. При этом сегодня у нас суббота, не воскресенье. Бешеная очередь я вижу на этот автобус из Москвы. И вот сейчас вот вся эта толпа будет выгружаться. С Дмитрова автобус уехал с практически полностью занятой сидячкой. 2-3 места буквально было свободно. И уже в Яхарме массово пошли стоячие пассажиры. Надеюсь, видать все прекрасно. Ну вот так вот. Могли бы увеличить количество автобусов, как я уже говорил, но, к сожалению, до этого не додумались. На улице просто бешеная уже очередь на этот дмитровский автобус из Москвы. Некоторые еще прикладывают карточку на выходе, на конечной, зачем-то. Ну вот как-то так. Вот столько народу. По-любому сейчас со стоячими поедет. Когда надо было увеличить количество автобусов. Вот такие дела.